Дорогие друзья, мы представляем вам новую учебную видеокассету по методике тренировки и преподавания спортивного латиноамериканского танца. Методика, которую мы предлагаем вам, не несет в себе принципиально новой информации по технике латиноамериканского спортивного танца. Однако в ней собран и организован определенным образом опыт тренировочной и преподавательской работы с ведущими европейскими педагогами. Основным отличием этой методики от других способов преподавания латиноамериканского танца является четкое разделение работы на этапы сложности, позволяющее выстраивать грамотное движение, начиная с первых же лет занятий спортивным танцем. Мы предлагаем отталкиваться от опыта хореографов и гимнастов, где изначально работа тренера строится таким образом, чтобы добиться максимального качества от единичных действий исполнителя и взаимосвязанности между ними, а уже затем построение сложной хореографии и обучение актерскому мастерству. Надеемся, что наш фильм окажется полезным как для начинающих танцоров и тренеров, так и для опытных профессионалов. Единичное действие – это мельчайший элемент движения, являющийся основой постановки хорошей техники. Шаг представляет собой самый простой элемент танцевального действия.